зрителей. Это правильно. Дело в том, что в адрес нашей программы пришло письмо весьма критического содержания. Посмотрела вашу оперу «Евгений Онегин». Речь идет о прошлом выпуске передачи. Вся эта ваша музыка сплошной нафталин. Сейчас никто уже так не говорит и не поет. С этим нельзя не согласиться. Наверное, это все потому, что сами-то вы воспитывались в застойные годы. Увы. Когда все нормальное было запрещено. Нормальное. А детей насильно водили в филармонию. Бедные дети. Прошли ваши времена, господа. Бедные мы. Но я думаю, Алексей, что на это обижаться не стоит. Ведь зритель, как и покупатель, всегда правы. Существует такое неписанное правило. А зритель сегодня очень изменился. Изменились его вкусы, и этого нельзя не учитывать. Пришли новые русские с их деньгами. Нашими деньгами. С нашими деньгами тоже. И на эти деньги они заказали новую музыку, под которую пляшет сегодня вся страна. И с этим нельзя не считаться. И многие наши коллеги на ниве просветительства уже это поняли. Вот в руках у меня свеженькое издание, все произведения школьной программы в кратком изложении. То есть в эту книжечку вошла вся русская литература. Как-то вся. А «Война и мир»? И «Война и мир», и весь Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Пушкин, Чехов. То есть все то, что нужно сдавать на экзаменах и что не обязательно теперь читать. Ну, может, это и правильно. Конечно, правильно. Когда занимаешься деланием денег, некогда читать. Да и разучиться можно. Сегодня нужно не читать, а считать. Я считаю, что нужно продолжить. Это, может, не благородное, но такое нужное дело по адаптации классики для широкого зрителя. Ну, а что конкретно ты предлагаешь? Я предлагаю убить, как говорится, сразу двух зайцев. Каких зайцев? Пушкина и Чайковского. Отлично. Итак, впервые на ваших телеэкранах премьера поп-опера «Женька Онегин». Ла-ла-лей, ах, судьба моя солома. Хоп, эй, ла-ла-лей, ох, не зря под юбкой зуд. Хоп, эй, ла-ла-лей, из родительского дома. Хоп, эй, ла-ла-лей, дом родильный увезу. Узелок завяжется, узелок развяжется. Кто с ребенком замуж взять, девушку отважится. К вам сосед Володя Ленский, симпатичен и неистов. Он билет имеет членский от союза журналистов. Он явился не один, с ним какой-то господин. Самой Онегин, мой дружок, полнее будет наш кружок. Евгений. Таня. Женя. Оля. Я предлагаю алкоголя по 10 капель для начала. Бери и не мочи мочало. Лимон за ящик не цена. Ах так, тогда пошел ты на. Лечить козла тяжелый труд. Лечить козла тяжелый труд. Как он крут, как он крут, мама мия, как он крут, как он крут. Лечить козла тяжелый труд. Я уважать себя заставлю. Я вам не дядя с проходной. Нет, я так, братцы, не оставлю. Давайте вмажем по одной. Что со мной, что со мной, что со мной, я вся горю. Что со мной, пойду слегка перекурю. Что со мной, что со мной, что со мной, я вся горю. Что со мной, пойду слегка перекурю. А мне тут опер обещал,
мол, поваляешься на нарах. Но я пока не обнищал, пока могу и на Канарах. Как он крут, 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 Мадонна мия, как он крут, 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 Мадонна мия, как он крут. Я твой мостик. Репка моя. Я твой хвостик. Чайка моя. Я твой бортик. Гайка моя. Я твой болтик. Речка моя. Я твой мостик. Репка моя. Я твой хвостик. Чайка моя. Я твой бортик. Гайка моя. Я твой болтик. Татьяна, ты чего не спишь? Ах, мама, я как в лихорадке. Прими губцы, ты вся горишь, да знаешь, поменяй прокладки. Ах, мама, не лечи меня, я не больна, а влюблена. Уж не в соседского ли Женьку мне подарил такую феньку. Наверное, где-нибудь украл. Иди смотри свой сериал. Мой долг тебя предупредить, от них недолго и родить. Я вас люблю, чего же более, и так скажу об этом вкратце. Я как рябина в чистом поле, что хочет к дубу перебраться. Вообрази, я здесь одна, никто уж больше мне не люб. Хочу быть выпита до дна одним тобою, о мой дуб. Жить без тебя тоска и мрак, давай вступать в законный брак. Прислал мне факс, что будет тут. Он хочет обсудить детали. Мои гормоны ласки ждут. Скорей бы, что ли, расписали. Привет! Привет! Знакомьтесь, Макс! Привет! Привет. Татьяна! Макс! Мой супермускулы стали! Я получил вчера ваш факс! Я получил вчера ваш факс! Что от меня вы заторчали? Скажу вам прямо, я готов! Скажу вам прямо, я готов! Перепихнуться где угодно! Но я не дожил до годов! Но я не дожил до годов! Когда жениться нынче модно! Еще свое не отгулял. Меня вы, Таня, извините. Вас референткой я бы взял и ублажал бы, как хотите. Вас референткой я бы взял и ублажал бы, как хотите. Устроит вас подобный факт. Я с вами подпишу контракт.
за прямоту. Спасибо, Женя, она открыла мне глаза. Но не по мне такая феня, по гороскопу я коза. Я референткой вам не буду, я не какая-нибудь там. Обиду вам я не забуду и унижать себя не дам. Постилкой никому не буду, себя до свадьбы не отдам. Соплячка строит из себя, а посмотреть одни лопатки. Она старик не для тебя, мы будем с ней в одной кроватке. Строить глазки или сольемся в бурной пляске. А если я не захочу, тогда насильно захвачу. Зачем он Ольгу утащил, к чему мозги ей закрутил? Товарищ ваш большой нахал, вчера в саду меня достал. Какие формы, я в отпаде, любуюсь спереди и сзади. Володька Ленский не дурак, раз он с тобой вступает в брак. Любуйся ты моей сестрой, и с нею гнездышко построй. Я вам вдвоем с твоей сестрою семейку шведскую устрою. Но Женька гад. Моя сестра до невозможности шустра. Но паразит, но он дает. От вас Ольгу уведет. Пойду-ка им испорчу бал. Смотрите, рядом с ним амбал. Меня не так легко убрать. Но вы один, а там их рать. И все же им испорчу бал. Учтите, рядом с ним амбал. И наплевать, ох, как я зол. Ты, Женька, сволочь и козел. Надо трогать, я шлаба. Сам научу, как надо бить. Будь ровно полночь у столба. А сейчас давайте водку пить. Куда, куда, куда вы удалились? Куда, куда все пьянствовать ушли? Куда, куда надежды загодились? Покой сон, покой сон. И радость унесли. Куда вы удалили? Куда? Себе оставать ушли. Куда? Куда вы удалили? Куда? Себе оставать ушли. Куда? Куда вы удалили? Куда? Куда вы удалились? Куда? И радость унесли. Ну что, вовец, давай мириться. Сначала надо извиниться. Мне извиняться пред тобой. Да кто ты, собственно, такой? Я журналист, а ты козел. Не надо, Вова, буду зол. Зачем такие имена? Вернем былые времена. Я не сержусь, давай мириться. И все же надо извиниться. Мне извиняться пред тобой. Да кто ты, собственно, такой? Я журналист, а ты козел! Не надо, Вова, буду зол. Зачем такие имена? Иди ты в жизнь! Пошел ты на! Ах ты, гаденыш, Ленский, фраер, лох!
Забейте насмерть гниду, чтоб он сдох! Забейте насмерть гниду, чтоб он сдох! Забейте насмерть гниду, чтоб он сдох! Прощай, наш мальчик, прощай, чудак! Сыграл ты в ящик за просто так! Прощайте, люди, прощай, не крана, лечу на блюде, я к Богу рад. Прощай, наш Ленский, лети ты в рай, билет свой членский, не забывай. Убрав приятеля от скуки и сделав прошлому пардон, я капитально ноги в руки и моментально за кордон. Позагорал, подтянулся, немного в бизнесе крутнулся и вдруг почувствовал ребром сверхностальгический синдром. И вот я здесь, как черт с луны, и попадаю очень быстро на день рождения жены приятеля бомзам-министра. Какое чудо, русская столица! Веселые настали времена, тебе теперь нельзя не удивиться. Москва меня пьянишь, ты без вина. Жизнь в Москве сплошной бомон. Бросай пьемонт и ливермонт и двигай в русскую Москву, чтоб дать свободу естеству. Сперва тушит, потом банкет, ты слаб, сауна, балет, красочное шоу и отдельный кабинет. Женька, как я рад! А, генерал, здорово, брат! Сто зим, сто лет, где был, откуда? В Монако, впечатлений груда. Затем с Майами взял Майами, там занимался я паями. Совместной фирмы «Русский лес», а ты в хомут семейный влез. Женился, брат. Небось, по пьяни, на ком? На Лариной. Татьяне. Вот говорят, что баба зло, а мне везло. А мне, ты знаешь, повезло. Красотка, все у ней в порядке. В делах настырно, а в кроватке такие знает чудеса, что просто дыбом волоса. Я с нею скину 100 годов, и как юнец всегда готов. Так познакомь. Знакомься, тата, мой друг Онегин. Вы что-то... Ну да, порхаю, словно стриж. А я люблю Париж. Уже та самая Татьяна, которой я когда-то рьяно навешал на уши лапшу. Вот это класс, едва дышу. Прикид от самого Версаче, а это вроде бы кусачи. А сколько брякает на ней цветных металлов и камней. Я это дело не оставлю и ублажать себя заставлю
А если я чего хочу, то все сомнения мочу. Блондинкой стать не или брюнеткой. Довольно редкий. Хозяйка, принесли цветы. Алло? Алло, Татьяна, ты? Звонит Онегин, я здесь рядом. Ты халуям своим вели, чтобы в койку провели. Рядом оказался, придет, так сразу пропусти. Да рядом будь, чтоб не вязался, а то потом не отскрести. Дай пропусти. Ах, вот ты где? Коньки пристроил к бороде. Ах, удали, живи не кашей и харчи торч. И куча башней. Разъелись на халяву, твари. А где хозяйка? В будуаре. Привет, наводишь марафет. Сегодня снова на банкет. А ты смотрю, меня забыла. Запомнить нечего, что было, то были поросло само. Но есть заветное письмо. Твой муженек его увидит и как-нибудь тебя обидит. Ох, испугалась. Я шучу. Малышка, я тебя хочу. И нынче жду к себе на ужин. К тебе? А нафиг? К тебе? А нафиг ты мне нужен? Послушай, детка, не хами, крутую душу не томи. Доверься мудрому совету и уступи авторитету. А то ведь заведу возню, да ненароком и казню. Казнишь меня, какая жалость, я Женька снова испужалась. Дурилка, балабол пустой. Вообрази, что мой любовник по-настоящему крутой, а не какой-то уголовник, шеф казино и ресторанов. А как зовут его? Богданов. Богданов, ё-моё, я пас. Разинул пасть, а вышу полный выкус. Как говорил знакомый козлопас, пишите письма, поливайте фикус. Макс, джентльмена, проводи наружу. Шаруй, а то секрецию наружу. Позор на скалу, жребий мой! Жри, покуда не убьют, грызи гранит и землю рой! Позор, жалкий жребий мой!